жесть. Братик, не выключать или мы с тобой поговорим? Что выключать? Руку подними. Я тебя не слышу. Руку подними. Поговорим или нет? Босса или что? Говори, руку подними, если хочешь поговорить. Сейчас подниму. А, ты знаешь... Оба! Поднял руку. Говорю, руку подними. О, я поднял руку. Говорю, руку подними. Я поднял руку. Сосраться. А вы давно, ну, вот это, занимаетесь, когда не, ну, людей не слышите. Вы к кому вот обращаетесь? К вам человек только что обратился и сказал: подними руку. И обоссанный. Эй, вы обоссанные. Ох, собственно, что в тебе таблетки можно нормальные найти? Это просто жесть. Тупо с каждым разом все хуже и хуже, я не знаю. Здорово, бандит. Здорово. Че, как дела? Че, ты все путем, все. Все шикардос. А че ты голос-то картавишь? Да чтоб ты спросил. Вот смотрю, зубов у тебя нет, и думаю, хоть пожалею тебя. А что, я без зубов на одном не разговариваю, ты что? Мне язык заплетается, вообще непонятно ничего, ни одного слова. А, да? Ты посмотри, там зубов вообще нет. Вообще. А ты хотя бы русский язык изучал? Не, зачем мне изучать? Я же украинец. Зачем мне изучать ваш польщенный церковно-славянский язык? Ты смешной. Если ты же на нем разговариваешь. Так это что ты меня понял. Понимаешь, если я буду вот украинською с тобой розмовляти, ти взагалі нічого не зрозумієш. От взагалі, ти ж фіно-угор. Що ти можеш розуміти в слов'янських мовах? Взагалі нічого. Какую мову? Слов'янську? Ферштейн. Ніхт Ферштейн. Слов'янську мову. Українська та слов'янська мова. Ти що щас... Ти Бориса Успенського читав? Интеллектуал. Ага. Кто такой Борис Успенский? Борис Успенский? Да. Композитор. Лингвист. Он писал как раз, что русский язык это польщенный церковно-славянский язык. Да? Да. Ваш главный лингвист на России. Вот смотри, а ты историю учился, но? Не. А что там такое? Не учил. А что там такое? Что там такое? А польский язык каким образом зашел на Украину? Как он зашел на Украину? Ну как? А ну расскажи. Пешком. А, пешком. Пешком. Понял. Да. Понял. И типа вот вы должны разговаривать на полупольском, полурусском. Это не тот язык ли? Не тот. А знаешь, как по Руси говорили? Ну скажи, как хлеб по-украински. Хлеб. Хлип? Хлип. Вот, конечно, клоун, правда? А сахар? Сахир? Слушай, по-украински. А в Руси почему говорили на вот древнерусском, который похожий на староукраинский? Не, скажи? Ну вот, подожди, почему? Зачем вы с Польши? С Польши есть же польский язык, правильно? Есть польский язык? Есть белорусский, польский язык. Никак чешский, к русскому не относится, чешский. Правильно? Нет, это славянские языки. Польский, русский, белорусский, нет, украинский, ну, болгарский. Посмотри, в Москве все говорят, в Москве и средняя полоса России все говорят через О, да? Ну, пытаются так говорить. Салам алейкум, всех приветствую. То есть сейчас мы находимся в Москве-Сити. Вот смотри, засними, как падает. Олень, ты уже... Ага. Ну ладно, мы сейчас находимся в Москва-Сити, в центре Москвы, можно сказать. Очень громко было, короче, и прям такие, как сказать, волна вспышки была. Такие, волна такая была, то есть волной даже вон в ряд убрала, это как его, стекло вот такое вот. Да, ну стекло, железо это, то есть можно поменять в любом случае.
Главное, все живы остались, а здоровье-то не вернуть. Страшно было? Испугались? Нет, мы никогда в жизни ничего не боимся, то есть, кроме Всевышнего. Это всего лишь... Дрон, когда он взорвал, мне даже волосинка не упала. То есть, чего бояться? Страх — это чувство, а я бесчувственный. За всех не могу говорить. А вы сами где были, что делали здесь? Мы были вот прямо за этим домом. Мы просто гуляли. Вы также это обсуждали? Мы обсуждали, короче, это... Суть в чем? Всех привет, меня зовут Мухаммад. Мы, короче, пришли сюда, чтобы посмотреть под вчерашний взрыв. Как и было, что было, посмотреть. Мы только пришли и спрашиваем у рабочих, где произошел взрыв. Только они нам сказали так-так, и мы идем туда. И бам, еще один взрыв, короче, был. И мы побежали. И мы, короче, побежали, думали, там украинцы, их поднять, но не получилось, там не было, короче. Вот я сам с Астрахани. Сейчас живу на Дальнем Востоке, понимаешь, что? Че? И вот, и мне говорят, что у меня акцент какой-то там, ну, с центральной полосы. И это акцент. Это акцент. Ну и дело в том, что поляки вам засунули это слово «и», и вы ее в каждую жопу суете. Это нормально? Нет, ты не понял. В Древней Руси говорили похоже на старый украинский язык. Понял? В Древней Руси. Скажи «картошка». В Древней Руси, разумеешь? «Картошка», вот. «Картошка». В Древней Руси, понимаешь, говорили... На похожем языке живая мова была похожая на староукраинский, старобелорусский, но никак не на современный церковнославянский, тот, что русский. То есть церковнославянский — это как бы искусственный язык, понимаешь? И с этого искусственного языка Борис Успенский делает вывод, что ну там большинство, вся ваш язык, вот этот живой типа русский, он на самом деле почти полностью состоит из церковнославянского. Есть вставки слов, значит, татарских, иностранных и так дальше. Вот, то есть у вас, как языка такого живого, никогда не существовало. У вас изначально жили на вашей территории финно-угорские племена, которые говорили на финских, мов. Вот, а в нас, в Украине, там, Беларусь, Польша и так дальше, это жили славяне еще там 6-х веков, 7-х веков. И здесь говорили... Ну, праславянские языки были на этих территориях еще до того, как вы, как ваши, как твои предки научились говорить вообще в принципе на славянском языке. А научились они говорить после крещения Руси, после того, как стали распространять христианство. Вот, отсюда вы научились церковнославянскому языку, когда вам читали молитвы, понимаешь, с Руси. Вот тогда вы научились. Это, ну, это уже буквально там 12, 13, 14, 15 века. Это намного позже, типа. Вот. А если ты посмотришь графики, даже Софии Киевской, там все граффити, они никак не похожи на вот эту так называемый современный русский язык или церковнославянском. Там пишется, вот, есть кличний відмінок. Знаєш, що таке кличний відмінок? Ти цього не знаєш, бо в тебе в твоїй мові цього нема. Кличний відмінок — это когда ви говорите там Петр или там Василий, или там Марія, так далі. У нас говорять Петрові, Васильєві, Маріві, Ставрові, Несторові, Федорові, Данилові. Это я тебе читаю откуда? От з графіки Софії Київської, понимаєш? То есть в Русі був как раз таки вот этой кличний відмінок, що і зараз є в українській мові. Так само є графіки із написом, ну, є окремі слова, такі як «порося», «в морі» пишеться, «не в морі» і так далі. Вот. То есть там дуже багато похожого. Також Ключевський говорив, що ісходя із тих даних, які ми проаналізували, і Ключевський — це ваш русський історик. Вот. Раньше в Русі говорили не Київ, як ви зараз говорите, а Київ. Вот. Говорили там больше вот этот язык сходен как раз таки с украинским. Он это пишет, что вот это еще Российская империя, что вот малоросов, вот очень-очень как раз таки сходны вот эти вещи. У нас же такого великороссов вообще нету. Вот, собственно, это очень просто. Так что это вы тут пришли, а не мы. Ясно? Так, это получается ты великорослый? Вот это... шапкой на голове, да? А остальные все по-твоему, да? Смотри, стой. Ты как полупокер на туре. Тебе смысла что-то объяснять нету. Да, ты вообще далекий от истории. Тебе смысла что-то вообще освещать нету. Ты, ну, ты не понимаешь, что такое великолепие. Тебе сколько лет, сынок? Да. Ты вот просто, я вот зачитаю еще моменты по поводу языка нашего, вот, чтобы ты так не чувствовал себя очень смелым. Лексис Лавентия Зизания. Это 1596
2006 год. Первый украинский словарь считается. Вот. На самом деле там пишется, что есть славянский, это так называется церковнославянский, а есть руська мова. Руська мова – це жива мова ще з Русі. Тобто жива мова – це та, на якій говорять серед людей. От. А письмена – це письмова, це церковнославянський, це те, що в документах. Так ось, коли цей словарь створив в аварійній зданні, то там є такі слова, як от, значить, ягня, овчатко, бездна, безодня, безумія, шаленство, бесіда, розмова, благодарний, вдячний. Дальше, що там? Больниця, шпиталь, благодар, дякую, броня, зброя, бігун, волоцюга, вірвіє, старички, так далі. Вєрігіпута, воєвода, гетьман, так далі. Коротше, тут дуже багато оцих іменослів, ті, що в руській живій мові, оці слова окремі. О, і ті, що славянські, тобто це я перше читаю, строчка перша, це славянський, тобто церковнославянський, від якого, собственно, йде от этот современний русський. Руська ж мова, вона староукраїнська, старобілоруська. Ну, там можна порівняти сучасні слова і 16 століття. Я хочу наголосити, що в 16 столітті якби мова не була такою чистою, як зараз. Навіть там в 19 столітті вона не була такою чистою, як зараз. Це в любій, в будь-якій мові так. Не чисто українській, там, чи в будь-якій мові так. Тобто вона формується протягом от періоду часу, да, вона формується. І навіть в 16 столітті ми бачимо дуже багато оцих схожостей із сучасною українською, тобто слова фактично вони не змінились. Ну що, сподобалось відео? Тоді не забувай підписатися на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквізитами, що знаходяться в описі під відео. Дякую! Слава Україні!